Вологодские специалисты привезли в Великий Устюг специализированную фрезу. Эта немецкая спецмашина стоимостью 40 миллионов рублей поможет дорожникам быстро подготовить красную к укладке нового слоя асфальта. Она может резать в смену 8 часов 4000 метров квадратных, но здесь по факту уже как получится. Здесь все-таки не загородная дорога, колодцы, движение, перекрывать полностью нельзя, автобусный маршрут у вас. Так что здесь может немножко меньше будет проходить, но думаю, дней за 8 должны справиться с дорогой. Всю улицу срезеровать, плюс-минус там несколько дней. Суть работы спецмашины довольно проста. Барабан с фрезами вращается на огромных оборотах, превращая асфальт в крошку, которая транспортером подается в кузов грузовика. В зависимости от участка снимается разная толщина покрытия. В одном месте порядка 10-12 сантиметров, а где-то считанные миллиметры. Все это делается для того, чтобы в итоге получить ровное покрытие. Управляют техникой два оператора. Первый находится в кабине и следит за работой агрегата. Второй находится рядом с машиной и с помощью пультов определяет уклон и толщину резки в зависимости от пожеланий заказчика. Полученной асфальтной крошкой будут отсыпать улицы второй части города. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.